Поговорим немного об устойчивости, то есть о способности находиться в каяке с уверенностью, не бояться переворота, даже когда ваша скорость равна нулю. То есть вы не гребете, разговариваете по телефону, пьете чай на воде или просто решили отдохнуть, расслабиться, любуетесь окружающей природой и так далее. То есть ситуаций очень много таких. И вы должны быть в этих ситуациях быть абсолютно уверенными. И в принципе не только, когда спокойная акватория без ветра и волны, но и при какой-то такой незначительной хотя бы волне или достаточно значительной там или ветре. Вот. И Тивит за счет своего корпуса с выраженным килем и V-образным днищем по всей длине обладает хорошей скоростью. Ему, в принципе, нет равных в надувном сегменте, среди надувных лодок, соответственно, или среди гибридов. Ему уступают в этой дисциплине большинство каркасников. Ну, не все, возможно, но большинство уж точно, я думаю. И многие полиэтиленовые лодки также ему уступают. Вот, соответственно, мы говорим обо всех этих лодках близкой длины. Ну, прежде всего, о каркасниках, да, там, и о полиэтилене, и ширины, соответственно. Вот. Мы будем говорить о второй версии каяка, которую, кстати, можно узнать, не распаковывая сам каяк. То есть, если вы посмотрите, да, на рюкзак, да, и вот если он, особенно, соответственно, родной, то есть, это либо новая лодка в продаже, там, у Декатлона, если они остались где-то, или же вы где-то покупаете бэушную лодку, и она в родном рюкзаке именно находится, тогда вы можете увидеть такую пришитую бирку, шильдик, и на нем латинскую буковку V2. Вот. Соответственно, это характеризует то, что это вторая версия каяка, у которой незначительно, да, я говорил как-то порядка 4%. Уменьшилась скорость, но при этом у него значительно выросла устойчивость. То есть такой каяк будет комфортнее тем, кто только начинает ходить на веслах. Вот. И, в принципе, ну, каким-то молодым ребятам и девушкам, да, там, ну, вот с 12 лет разрешено, значит, вот им, соответственно, и так далее. Вот, тем, кто как бы раньше ходил на спортивных байдарках, да, и имеет опыт гребли, им и первая версия очень понравится, может даже кому-то и больше, потому что она более скоростная и такая более приемистая, наверное. Вот, мы провели ряд тестов в бассейне, которые наглядно показывают, что устойчивость у этой лодки впечатляющая. С учетом, конечно, ее V-образного корпуса, да, то есть, если взять какой-то плот, у него будет больше устойчивость, но это не байдарка и не каяк, соответственно. Вот. Вот этот V-образный корпус, он позволяет совершать маневры, укладывая лодку на борт. При этом киль можно даже практически поднять немного из воды с опорой на весло, да, и остаться на этом борту. То есть, можно в таком положении делать разворот даже на месте, но при должном умении перевернуть лодку на спокойной воде можно только специально. То есть каким-то там она случайным образом, это практически невозможно. А на волне лодка также сохраняет хорошее поведение, достаточно прогнозируемое, даже при постановке под ветер или волну одного из бортов. Вот. Конечно, нужен некоторый практический опыт, так как это, в принципе, конечно, не штормовая какая-то лодка, да, там, или не лодка-спасатель, это лодка для сплава там, или для прогулок. И надо всегда об этом помнить и отдавать этому отчет. Все нужно разумно делать. С Тивитом X500, благодаря его устойчивости, жесткости и управляемости, может справляться ребенок. Причем, в принципе, даже ребенок до 12 лет.
Вот вы увидите это на видео, да, там все это понятно. То есть на спокойной Хорошо, прям воде втыкайся сюда. ребенок Можете не себя маленький. спокойно и чувствует. Вот мы тестировали сначала в бассейне, а потом вышли на речку, и, в принципе, безопасно. Это не призыв использовать, конечно, А вы лодку сможете детям моложе вернуться? 12 лет, Тогда но можно, под да. пристальным Но вниманием там обратно взрослых сложнее. можно дать младшим детям погрести на спокойной воде. А вот в силу вообще хорошей устойчивости, малой осадки и разумной Оль, да длины, да, нравится в тебе? 380 сантиметров, ну, разумная длина имеется в виду в силу вот маневренности, да, лодка получилась достаточно универсальной. Ее можно использовать успешно на малых речках. Также она хорошо себя чувствует на акваториях больших рек, на озерах. Все это мы как бы попробовали на водохранилище. А вот. Ну и, соответственно, на морях. То есть здесь вот у нас как-то не получилось, да, добраться до моря с этими лодками. Но на самом деле есть и форумы, и сообщения. Это пишут иногда в личку. Значит, или вот в комментариях встречаются такие комментарии. На Черном море эти лодки эксплуатируются. Да, пошла. На Средиземном море. На Красном море. На не на Чор, извините. На Северном море, да, это вот Великобритания. Насколько я помню, тоже как бы на этих лодках ходят, и люди, соответственно, получают удовольствие. Какой там размер волны, я не берусь утверждать, но понятное дело, что штиль на море не всегда. При любом использовании лучше иметь с собой, неважно, кстати, где там, на речке, на море, там, на большом озере, но лучше иметь с собой полный комплект Да? безопасности. И прежде всего это, конечно, спасжилет, запасное весло, средств связи, весельный мешок, веревка, вот тоже неплохо, да, и водяная помпа. Если есть, хорошо, конечно, найти место для ножа, если вот я соберусь, я расскажу даже в этом видео о французских ножиках, которые мы используем, да. Кроме ножа, Слегка меня хорошо, кинул. если есть Так, свисток. куда-то мы к рыбакам. У нас вот ножи появились сразу, Кому к нам как бы реки там в хватает? комбинации, они со свистком, плюс там еще огниво. Вот, ну, то есть удобно. Единственное, может, они большеваты, но тем не менее. Это опинели. Вот. И неплохо иметь при себе сигнальный фонарик. В принципе, по требованиям ГИМСа сигнальный фонарь должен быть обязательным. Ну, как и спасжилет. На любой, на самом деле, акватории, если вы находитесь на воде. Это не только, конечно, детей касается. Очень часто видео размещают, где гребут без спасжилетов. Но это, на самом деле, не знаю. Ну, не совсем правильное решение, да. Понятно, что многие хорошо плавают, и речки бывают узкие, но всякое бывает, в общем. Вот на Ютубе вот там есть видео, будет кусочек плотины, да, где мы там на плотину ходим. Это небольшая плотина, я ее уже знаю хорошо, порядка 50 лет. То есть еще маленьким ребенком на этих трубах сидел, рыбку ловил, да, там, на мормышку. А вот, тем не менее, вообще, конечно, подходить к плотинам, наверное, близко не стоит, да, ну, это вот небольшая, это неизвестная достаточно, а есть видео на Ютубе, когда плотина, по-моему, на Медведице, там такая она, как перекат, полутора- или двухметровая, то есть внешне, как бы, она широкая, правда, там шире гораздо меньше. Она внешне не представляет вроде бы никакой опасности, и там на ролике, ну, видимо, уже опытный байдарочник, там у него надувная байдарка, и вот он, значит, один на берегу остается, а он демонстрирует свои возможности. Сначала наверху над плотиной находится, потом спрыгивает с этой плотины, в принципе, без всяких проблем, но плотина при должной глубине, там обратный как бы ток, там завихрение образуется. И он остается на месте, фактически. Он выгребает вроде бы уже, вот кажется на видео, что все, он прошел там
вообще смотреть как бы не на что, он вроде бы выгребает, но вот этим обратным током его останавливает, и он как бы стоит, он пытается выгрести и не может. И его переворачивает на этой надувной лодочке. Она, даже не знаю, что это за лодка. Вот. И дальше его начинает как бы сносить вдоль этой плотины. И вот он не держится за лодку. То есть и спасжилета у него, соответственно, нету. И лодка переворачивается тоже. Он ее переворачивает. Какое-то время он ее пытается удержать. Потом он от нее отрывается. Лодка идет отдельно. Он отдельно. И насколько я понимаю, там у него шансов не остается. Почему это видео на Ютубе? Вообще по правилам Ютуба такие вещи вроде бы нельзя показывать. Человек, который стоит на берегу, у него ни морковки, да, то есть ничего у него нету бросить. Они не подготовлены абсолютно. И я так понимаю, что это видео гибели человека. Вот, и в принципе, и в прошлом году очень опытный каякарь тоже погиб. Ну, правда, там на серьезной реке. Вода представляет опасность. Любая, на самом деле. То есть, ну, будьте аккуратны. Вот, ну, смотрим. В общем, внимательнее, я думаю, что в этих вот роликах увидят, насколько лодка управляется, насколько она быстро разгоняется, насколько она маневрена. То есть, ну, просто потратьте время, если вас интересует эта лодка. Если вы хотите ее сравнить со своей, это не лучшая и не худшая лодка, да, это просто уникальная лодка, потому что она из дропстича сделана и обладает прекрасной геометрией, мореходной достаточно такой. Она переносится. Вот. Мы немножко как бы потаскали ее. И сейчас у нас есть специализированные тележки уже под нее, то есть уже в конце сезона. Не знаю, войдет ли конкретно в этот ролик. Может быть, что-нибудь и вставлю. Может быть, отдельно о тележках еще в будущем просто расскажу. Потому что это тоже на самом деле оказалось не так просто найти у нас на рынке нормальную тележку. Вот, ну, имеется в виду на мировом рынке, там не только на это. Хотя в результате я купил ее в Москве, в тележке. И, в принципе, довольно их несколько раз использовали. Потому что таскать загруженные эти лодки, перетаскивать их через препятствия, все-таки это достаточно сложно. И мы ходим, ну, я с дочкой хожу, в основном, все-таки она достаточно юная тоже. А у меня тоже уже спина как бы непокупная. Соответственно, лучше ее поберечь. И иногда проще там 200, 300 там, или 500 метров не тащить там, а вот именно провести на колес. Возвращайся. Расскажу, потому что все это уже отснял. Расскажу просто либо в этом ролике, либо позже. Вот, ну, смотрим, продолжаем смотреть. Как раз можно.
огонь! К берегу сменится ветер, мы не успеем. Сейчас я готов.